Всем привет, ребят! Ну что, вы готовы? Я думаю, вы готовы всегда. А сегодня у нас будет тестик очередной имбы. Я так думаю, потому что я прокачал его и, честно говоря, офигеваю. Такой вот капитан Дрейк, максимальная прокачка на урон, пакт. 190% атаки. Добавляет, плюс рунами у нас будет железная воля для того, чтобы не отнимали энергию, плюс 90% к атаке, победный плюс 25. Ну, такие вот рунки, уклонение, сборная солянка, я, честно говоря, его не особо там использую в последнее время, то есть я наролил пятерок. Панчбокс плюс 120%. Ну, в общем, вот как-то так. Максималка. Ну, поехали, будем смотреть, что он сможет. Как видите, остатки у него просто бешеные. Там 33 тысячи атаки почти. Жизни тоже, как у всех, с 20-м прорывом. У него 20-й прорыв прокачанный. То есть, все по максимуму. Поехали в рейды, поищем базы какие-то интересные без юнитов. Потому что не хочется, чтобы он юнитов дамажил, хочется сразу, чтобы здание бил по героям. Ну, я думаю, тут такой урон будет вылетать, что вряд ли кто-то выживет. Ну, скажем так, не то, что выживет. Здания то однозначно должны посливаться. Так, хорошо, уберем сейчас смотрителя, а то непонятно. Поставим терминатора еще одного. Конечно, сложно найти базу без юнита. Либо вариант выкосить. Так, отлично. Смотрим. Два залпа, ребят. 39%. Ну, не знаю, бешено. Очень бешено. Хотелось бы, конечно, какие-то прокачки максимальные без юнитов увидеть. Так, отлично. Ну, опять же, фраи есть. Вы это видали, ребят? Это просто нечто. Да, у него нету отхила, но посмотрите, что он сделал. Его фрея ушатало, он унес за три залпа просто. Это просто бешенство. Офигеть. Можно, конечно, поставить выживание, но нет смысла. Лучше побегаем с уроном. Посмотрим, что это такое. И пойдем на PvP локации. Так, окей, отлично, пускаем его здесь. Ну, тут понятно все. Ну, такое. Такое себе. Поехали на PvP локации. Так, ну, начнем с арены. Team и ставим его сейф. Так, ну я не знаю, вот тут вот вроде капитан Дрейк есть. Сейчас посмотрим, у кого сильней. Бум. Да уж. Ну чё, ребят, как вам? Как по мне, просто очень люто. Так, ну давайте этого посмотрим. Ай, к сожалению, через верх побежал. Посмотрите, сколько... Шок. Это реально шок. Я офигею. Чё-то нереальное просто. Да, там не особо топовые прокачки, но какие герои просто тупо пропадают, посмотрите на это. 500 бомбочка. Ну, панчбокс намного больше, конечно, сносит. Офигеть. А если с бафами? Посмотрите, он там... Офигеть.
Я офигею с этого, ребят. Это просто жесть. Посмотрите, что он делает. Жесть. Проходим, короче, эту арену одним боссом. Капитаном Дрейком. Ну, тут, я думаю, все. Тут без вариантов. Тут ушатали просто. Короче, такое вот. Не знаю, что вам на это сказать. Напишите в комментах, как вам. Ну, я его использовал, пробовал на битве Гидри. Правда, видосик зафейлил. Но я постараюсь вам в субботу заснять. Это нечто, ребят. Поверьте, это просто... Имба-имб. Так, поехали на экспедицию. Пишите в комментах, какие герои вы видеть хотите еще. У меня у героев очень много. Ну тут без вариантов. Ратуша улетает, все улетает. И залпа, и набираем уже то, что нам надо. Офигеть. Герои со второй авой просто ушли. Ну, вижу, пока только смотну этого. Рон увидел. Да. Это оно, ребят. Это именно та сборка, которую надо было качать. Состояние тут просто нереально. Я не знаю, наверное, братуша единственная. Там и башни выстоят с максимальной прокачки. То я в этом очень сомневаюсь. Два залпа, их по-любому не будет. Но, к сожалению, как видите, пока я не встретил. Так, отлично. Стрелок, это отлично. Смотрим. Просто нафиг. Какой ворожей? Ворожей, что ты там хочешь нам сказать? Не знаю. Герой, который действительно из стареньких удивил на такой прокачке. Жесть, он разбирает, конечно. Ну все. Череп его ушатал, ребята, не имба. Ну он, конечно, там чуть охрона не убился. Точнее, практически он и убился от него. Теперь просто добил. Поехали, знаете куда? Поехали в ЗБшку. Так, его сюда. Надо будет потом героев проставлять. Ну, поехали. Вот так вот. Посмотрим. Посмотрим на все это дело. И опа, ча. Ну, что это было? Что это такое? Блин, жалко не эту пачку. Очень жаль. Это просто жесть, что они чудят. Я в шоке. Чуть-чуть нет. Ну, тут вариантов особо нет. Ронин, Рая. Ну, практически ушатал. Да уж, ребята. Ну, я не знаю. По-моему, герой достойный. На такой прокачке любой герой достойный будет. Но это просто... Просто нечто. Поехали, чё на мокнике. А, тут отражалки, блин.
Ну, посмотрите, он об отражалку слился. Остался Асура и Охник просто. Он слился на отражалках. Офигеть. О, кстати, давайте против второй его пачки. На эту кинемату он будет против второй пачки. Можно было бы ему еще и хрона поставить. Может, хрону поставить. Ради интереса. Да чё вы 20-е не можете слить какого-то логника? Так, смотрим. Внимательно смотрим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть нам не хватило. Круто. Сейчас поставим ему хрона. Для бафа. Думаю, с хроном он затащит. Так, что там мои нубы не тащат? Тащите, давайте, это уже фрейм. Так, отлично. Ну, давайте на один бой поставим хрона сюда. Так. Всех родинного ставил в конце. Ищем, ищем, ищем. Вот он, хрон. Так, ну, let's go. Ай, у меня хрон с водушкой, к сожалению. Ай-яй-яй-яй-яй. Жалко. Сейчас выйдем. Вроде воодушкой, либо сняли энергию. Да, воодушевление стоит. Знаете, что это было? Он убился просто на отражалке. Вот, кстати, сюда надо будет поставить новый талантик рунами. Вот это мы сделаем, и, думаю, завтра. И если хотите, еще затестим. Ну, как по мне, это, ребят, Unreal. Очень круто. Просто божественно. Он отрабатывает. Тут вопросов, думаю, никаких нет. Так, мои нубасы будут тащить? Будут тащить. Красавчики. В общем, так вот, показал я вам этого героя. Пишите в комментах, что вы думаете. Ну, герой действительно интересный. Разные вариации сборочек есть. Но это просто вот именно на добивочку, на битву гильдии. Я вам покажу отдельным видосиком, как проходить топовые расты, имея там интересных, конечно же, героев с ремками. Ничего сложного нет, и на битве гильдии слиться просто нереально. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.